Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Хасигути Гойо, «Женщина в летнем халате». 1920 год, цветная ксилография, 45/29. В начале 20 века многие японские художники начали впитывать влияние западной живописной школы, сохраняя в то же время верность канонам японской ксилографии. Так и Хасигути Гойо в своей работе «Женщина в летнем халате» передает сцену с героиней за туалетом в гораздо более прямом и реалистичном стиле, чем это свойственно традиционной эстетике направления укиё. Художник изобразил свою натурщицу и любовницу на катане Цуру, сидящей на коленях перед зеркалом, в халате из тонкой ткани и смотрящей прямо на зрителя. Здесь можно найти отражение коренных изменений в положении женщины в японском обществе, произошедших в начале 20-го столетия. Таким образом, портрет, совмещающий современное самоощущение героини, ее манящую красоту, соответствующую традициям укиё, становится точкой пересечения прошлого и настоящего. Вот такое небольшое описание к работе Хасигути Гойо «Женщина в летнем халате» я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.